саженцы груши памяти Паршина позволят ежегодно выращивать большое количество сочных вкусных фруктов. Этот сорт созревает в начале сентября. Собранные плоды сразу пригодны в пищу. При низкой температуре они могут храниться до конца октября. Плоды, сорванные с крупномеров груши, обладают следующими особенностями. Вес – около 130 грамм. На зеленовато-желтой кожице имеется небольшой румянец. Вкус мякоти – отличный. Саженцы груши памяти Паршина устойчивы к парше, но плохо переносят суровые зимы. Этот сорт популярен среди садоводов-любителей за богатый урожай, который появляется каждый год. Груша памяти Паршина – это дерево высотой от 400 до 500 см с типом роста, сильнорослый. Цветет растение в месяц май. Плоды имеют массу 130 грамм. Форма у плода грушевидная. Цвет плода зеленовато-желтая. Вкус сладкий. Важно, что груша памяти Паршина частично самоплодный, обои полый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.